Всем привет, дорогие друзья, с вами Морфий. Сегодня я покажу, как установить карту для Майнкрафта версии 1.15.2. Заходим в интернет, вводим в поиске «Скачать карту для Майнкрафта версии 1.15.2». Заходим на какой-нибудь сайт, ищем подходящую для себя карту. Вот я уже нашел одну. Скачиваем ее. Все, я уже ее скачал. Теперь открываем лаунчер. В лаунчере в правом нижнем углу открываем вот эту вот папочку. В этой папочке открываем Saves. Скачанный файл открываем. И вот внутри него такая будет папка, ее надо будет перекинуть в Saves. Перекидываем эту папку в Saves. И все, на этом можно все закрывать. Установка карты завершена. С вами был Морфий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.